Здравствуйте, Альберт. Вы как-то не улыбнетесь даже? Мы с вами не враги вроде. Погнали, не конкуренты. Продолжу тему Кирилла Людова. Песня звучит. Памятка для начальника. Начальству стучать, если гнилой наебальник, если понравилось жопу лизать, будешь как пить дать начальник. Место твое будет в первом ряду, не перепутай со страху. Если тебя посылают в пизду, ты посылай сразу нахуй. Если тебя посылают в пизду, ты посылай всех их нахуй. Чтобы заставить себя уважать, бей подчиненных в ебальник. С первых секунд начинай всех ебать, всем покажи, кто начальник. Могут отравы подсыпать в еду, даже порвать всю рубаху. И если тебя посылают в пизду, ты посылай всех их нахуй. И если тебя посылают в пизду, ты посылай всех их нахуй. Если тебе начнут жопу лизать, бей жополизов под сраленик. Будет и тебе секретарша давать, ты для нее ведь начальник. Хочешь, гоняй на работе балду, только смотри, не дай маху. И если тебя посылают в пизду, ты посылай всех их нахуй. И если тебя посылают в пизду, ты посылай сразу нахуй.